Экспедиция началась во Владивостоке. Ее участники уже проехали около 20 тысяч километров на 4 машинах и 2 мотоциклах. Дороги сканируют с помощью специальной техники. Машина определяет качественные показатели дорожной одежды, сканирует геологию дороги на глубину до 3 метров. Как отметили участники экспедиции, качество федеральных дорог на Дальнем Востоке и в Сибири гораздо лучше, чем в центральной части страны. Но в некоторых субъектах они особенно хороши. В список попали и федеральные трассы Сочи. Можно отметить, вот, четко помню, Владивосток с его мостами, развязками, президентский мост в Ульяновске. Ну и вот все, что здесь в Сочи находится, это, конечно, совершенно другой уровень. Это то, чего не увидишь, на самом деле, нигде в России. В рамках экспедиции замеры качества дорог будут проведены в 47 городах нашей страны. Экспедиция завершится в Севастополе. Результаты исследований будут использованы при подготовке доклада руководству страны о состоянии дорожной сети России.